Я сейчас еду за рулем Acura TLX. Это совершенно новый автомобиль от компании Honda. И почему я делаю акцент на Honda? Потому что мы взяли 5 человек, которые знакомы с продукцией этой компании, посадили их в эту машину, они не видели внешность и спросили, как вам? Первый комментарий: вау, это новый Accord. Передняя панель седана архитектурой и отделочными материалами почти полностью повторяет панель кроссовера MDX. Все добротно и удобно. Отделка натуральное дерево с пластиком под металл. Приборная панель без изысков. Центральная консоль с двумя большими дисплеями многоэтажна. Премиума здесь явно не хватает. Со свободным пространством все в порядке. Передние сиденья разве что обделены боковой поддержкой. К услугам задних пассажиров подогрев дивана, шторки на боковых окнах, подлокотник с подстаканниками и дефлекторы обдува. Спокойно езде можно вложиться в 12 литров по городу, что для машины с таким мотором и полным приводом и массой 1,8 тонны – это очень крутой показатель. Помимо 9-ступенчатого автомата, главная фишка этого автомобиля является интеллектуальный полный привод SH-AVD. Говорят, что здесь управляемый вектор тяги, когда момент передается нагруженному колесу, а задние колеса могут вращаться немного быстрее передних, помогая ввинчиваться автомобилю в поворот. Очередная маркетинговая замануха, а вот это мы и проверим. Но не на дорогах общего пользования. Конечно же, мы поедем на трек. А сейчас пришло время понять, насколько быстро Acura TLX разгоняется от нуля до первой сотки. Многие говорят, что Honda делает овощные автомобили. У этого 6,8 до 100. Мы решили проверить, а меряться хоть... Мы сегодня будем с Volkswagen Yaris. Классический атмосферник против турбомотора. Гидротрансформатор против DHG. Монопривод против полного привода. Кто же победит? Несмотря на паспортные данные, в которых указана цифра 6,8 до 100, Борис сумел разогнать этот автомобиль на 0,1 секунды быстрее. Ну и, конечно, в споре с Volkswagen победила мощность. У нашей Acura двигатель 3,5 литра, который выдает целых 290 лошадей. Боря, где ты берешь автомобили, которые я вижу первый раз? И старый мне знать надо. Принадиваешь? Acura TLX 3.5, 6,5 секунд до сотни. Не верю. Давай проверим. Реальную мощность? Реальную мощность. Погнали. Саша, помоги нам решить спор. Я говорю, что здесь больше, чем 290 лошадей. А я говорю, что эта машина едет только потому, что у нее современная коробка 9-ступенчатая. Хорошо, наше оборудование поможет разобраться вам. Давай. Блин, ну это было громко.
Ребята, ваше поражение – это моя победа. 1-0. Какое поражение? Подожди, Саша. Что тут показал на прибор? Ну, к сожалению, не получилось корректно замерить данный автомобиль, потому что в нем столько много всяких электронных систем стабилизации, безопасности, что они просто не дают выйти на нужный режим. То есть электроника победила этот стенд? Да, электроника победила. Электроника победила этот стенд, но в моем споре вы проиграли. Мы не замерили этот автомобиль, и мы не знаем ее реальной мощности. И я дальше утверждаю, что вы можете возразить на это. First gear. Это что у тебя, фольга для приготовления мяса? Нет, Боря, это то, что Acura называет защитой своего двигателя. Наступив на нее, я думаю, что я ее деформирую. Как это можно было назвать защитой двигателя и прицепить ее в основе всего того, что она должна защищать? Боря, ну посмотреть на этот подрамник. Он исполненный в двух вариантах. Первый – это алюминиевая часть подрамника, да, вторая – железная. Я думаю о том, что подрамник должен быть цельной деталью, не собирающейся из трех или четырех деталей, потому что это все-таки несущий каркас автомобиля. И почему они это сделали? Как ты думаешь? Вот это такого вопроса не надо задавать. Хорошо, не будем. Не будем задавать этот вопрос. Почему они это сделали, я без понятия. Также хотел бы сказать о том, что расположение силовых узлов у этого автомобиля достаточно сложное. То есть подход к той же полуоси, подход к тем же всем шлангам просто нереальный. Просто нереальный. Я предполагаю, что если механик столкнется с какой-то проблемой по этому автомобилю, то здесь придется спускать двигатель вместе с коробкой и раздаткой. То есть его в гаражном кооперативе ремонтировать нельзя? Да, я думаю, что и не каждая СТО возьмется его ремонтировать. Хотелось бы также сделать замечание по передней крышке коробки переключения передач. Она исполнена в пластмассовом виде. Нам, по моему мнению, это должно быть железная деталь, которая очень сильно защищена, потому что в момент попадания автомобиля, опять же, из-за низкого расположения двигателя и достаточно ненадежной защиты по какому-то препятствию, она сразу поломается, и автомобиль станет недееспособный в дальнейшем. То есть это уже эвакуатор, и это 100% СТО. То есть ты рекомендуешь поставить хорошую защиту сюда? Сюда необходима хорошая защита, потому что очень сильно смещен двигатель вниз. Очень сильно смещен двигатель вниз. Угу. Боря, а ты обратил внимание о том, что здесь болтики выкрашены в украинскую символику желто-блакитного флага? Это какая-то шутка или это специально сделано? Боря, нет, это не шутка. Этот автомобиль специально готовился для украинского рынка. Ну, по антикору этого не скажешь. Хотелось бы отметить заднюю ходовую часть автомобиля. Это многорычажная подвеска этого автомобиля. Я думаю, что это достаточно мягкий автомобиль и хорошо управляемый автомобиль. Борь, смотри, также здесь установлена задняя защита. Она защищает топливный бак. Бак здесь исполнен в виде двух топливных емкостей. С одной стороны, это надежная система. С другой стороны, я могу сказать, что это также не дешевое удовольствие. Это дорого, да? Почему? Потому что здесь стоит два насоса. Первый насос, который подает топливо в двигатель. И второй насос, это перекачивающий насос, который подает топливо из первого резервуара в основной резервуар. Основной. Да, в котором установлен топливный фильтр. Угу. Артем, я тут вижу под капотом столько свободного места. Они что, думали сюда поставить V8? Может быть, в будущем на этом модельном ряде и появится V8. Но это как айсберг в океане. Сверху места много, а снизу все опасно. Места нет вообще. Вот. Можно отметить легкодоступность к свечам, легкодоступность к заливу масла, легкодоступность к проверке масла, легкодоступность к воздушным фильтрам и всему остальному. То есть, в действительности это... Сверху для обслуживания достаточно простой и несложный мотор. Ну, мы вроде все уже обсудили по этой машине. Да, Борь, поехали кататься. Вердикт нашего механика Артема Сенчика таков. Acura TLX – технологичный, надежный автомобиль, который, несомненно, заслуживает вашего внимания. Главный его недостаток – это сложность и дороговизна в обслуживании.
Ну а больше сейчас вам расскажет сам Артем. Вердикт будет хороший. Достаточно простая подвеска. Передняя, также задняя. Одно единственное из минусов, который я хотел бы все-таки отметить, это низ автомобиля, двигатель, расположение деталей, кузовов и всего остального. Это дорого, но технологично. Ну и визуально. Визуально автомобиль вызывает восхищение. На нем хочется ездить. Мне он понравился очень сильно. От того богатства настроек, которое есть в этом автомобиле, спорт, комфорт и многие-многие другие, да, все-таки пусть сложную систему электрооборудования, но надежную, потому что нам так и не получилось ее принудительно выключить. Машина оказалась умнее, чем и. Автомобиль классный, хороший, заслуживает внимания. Acura TLX – автомобиль для городской повседневной жизни или для путешествий. Но сейчас настало время серьезных испытаний. Борис направляется на спортивный полигон «Чайка», где попытается проверить, как новая Acura будет вести себя в экстремальных условиях вождения. Не переключайте! А теперь мы попробуем, на что эта машина способна на реальном гоночном треке. Звук мотора в салоне намного веселее, чем на улице. Благодаря очень комфортной и длинноходной подвеске машина глотает все неровности, абсолютно все, на этой трассе. Это помогает отлично вписываться в повороты, она не спрыгивает с траектории. И самое главное, что умный задний привод, который подает момент на нагруженное колесо, позволяет буквально ввинчиваться в поворот. А что-то подобное я ощущал только на Evolution. Очень странно подобное поведение наблюдать у обычного седана. Причем стоит чуть-чуть сбросить газ, и машина сама доворачивает сбоку в поворот. Это фантастика какая-то. Просто ты не ожидаешь, что обычная гражданская машина может настолько круто вваливать. Немножко бы более цепкие шины, потому что эти поизносились. Это ощущается очень сильно. Но даже несмотря на них, очень достойное поведение. Причем удивительно крутые тормоза. Да, они всего двухпоршневые передние, но я уже наматываю пятый круг, и я их еще не перегрел. И это спасибо крутому полному приводу, который позволяет не тормозить, а просто добавлять газу и ввинчиваясь в поворот. Исключительно позитивная эмоция от машины на треке. Реально она доставляет удовольствие. Причем по городу никакого спорта, это комфортный зверек. А выезжая на трек, мы получаем крутую тачку. На этом, пожалуй, все. Мы не будем больше мучить ее, потому что протектора осталось и так немного. Но этот автомобиль способен доставить удовольствие. Важно только копнуть поглубже и раскрыть его скрытые таланты.